Всем привет, меня зовут Раиль, и вы находитесь на моем музыкальном блоге. На прошлом ролике мы с вами разбирали песню Noize MC «Говорящие головы». Она была непорядковая, то есть мы же по порядку разбираем песни из видео 25 песен за 8 минут. И мы немножко съехали из порядка, но сегодня мы снова возвращаемся к разбору этих песен и разберем песню группы «Градусы» «Голая». И для начала исполню эту песню. Нравится мне, когда ты голая по квартире ходишь и, несомненно, забудешь. Нравится мне, когда ты громко хохочешь, неважно, днем или ночью. Нравится мне, когда мы смотрим с тобой фильмы, хоть они и дебильные, и даже во сне. Нравится мне, что ты с меня одеяло стянула и меня даже продула, но мне. Ты в подъезд, я заболею, я сам себе поставить банк не сумею. Поставить банды сумею, и мне никого брить не надо, лишь бы ты ходила голая рядом. Мне никогда не будет скучно с тобою, я даже в твою честь планету открою. А пока на тебе будет сниться, я приготовлю для тебя огромную пиццу. Нравится с тобою из дома сутки не выходи. Я хочу тебя любую, тебя всю ночь буду говорить. Это нравится, пусть останется с обострениями. Каждый новый день пусть запарится впечатлениями. Вот так звучит у нас песня. Первый куплет и первый припев у нас играется в тональности ля минор. И у нас тут такие аккорды: АМ, Г, Ф и Е. То есть первый куплет и первый припев играется этими аккордами. А со второго куплета и со второго припева у нас тональность меняется. Она становится Си минор. Но о ней мы поговорим позже. Ну что, ребят, давайте рассмотрим первый куплет. У нас чередуются аккорды АМ, Г, Ф и Е. Ритм такой, точнее, перебор. То есть на каждом аккорде мы дергаем бас. Потом четвертую струну, первую, вторую, третью струну вместе. Еще раз. То есть два раза мы дергаем бас, четвертая, третья, вторая, первая вместе. Еще раз бас, четвертая, третья, вторая вместе. И бас, первая, вторая, третья вместе. В ля миноре у нас басом будет пятая струна, если она открытая. Дальше Г,
бас у нас будет шестая струна, шестая, четвертая, третья, вторая, первая, шестая, четвертая, третья, вторая, первая, шестая, третья, вторая, первая. Дальше аккорд F, тоже шестой у нас бас. Е аккорд, бас тоже шестой открытый. Так она звучит. То есть на каждом аккорде мы делаем три перебора. То есть два одинаковых, и третий немножко отличается. У нее четвертой струны нет. И начинаем петь. Нравится мне, когда ты голая по квартире ходишь и несомненно забудешь. Нравится мне, когда мы смотрим с тобою. Вот так она звучит. Доходим до припева. И припев у нас начинается с аккорда F. Я вам не сказал, какие у нас аккорды в припеве, а в припеве у нас аккорд F, E, AM и D. Можно припев играть различными приемами игры, но я в демонстрации этой песни сыграл таким боем. Если хотите, его можете взять, а можете оставить вот такой бой. Я вам сейчас покажу все бои, которые можно использовать в этой песне. И сами уже выбирайте, при помощи которого вы хотели бы исполнить эту песню. Первый бой, который я показывал, звучит вот так. Берем аккорд F. Проводим удар вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Дальше Е, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Еще раз, F, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, вниз. Вверх, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вверх, вниз. Это у нас припев идет. Пол припев можно таким боем сделать, да, для разнообразия. А дальше, например, когда идут слова «Мне никогда не будет скучно с тобой», уже можно начать такой бой. То есть это то же самое, как вот если бы я сыграл так. Поэтому давайте ее я тоже вам сейчас покажу. Берем аккорд F, дергаем шестую, третью, вторую, первую вместе. Удар вверх, удар вверх. То есть берем шестую, третью, вторую, первую струну вместе, дергаем. Удар вверх, хлопок, снова шестую, третью, вторую, первую вместе, снова вверх и удар. Запоминайте ритм. То же самое на аккорде E. AM. Этот же бой можно сыграть уже при помощи кисти, чтобы бой был помощнее. То есть вместо дергания шестой, третьей, второй, первой струны в начале, вы можете делать полный удар вниз. То есть удар вниз, вверх, удар, вниз, вверх, удар.
То есть делаем удар вниз, вверх, удар, вниз, вверх, удар. Только ритм смотрите какой. Вверх, удар, вниз. Вниз, вверх, удар, вниз, вверх, удар. Вниз, вверх, удар, вниз, вверх, удар. Е, дальше. Дальше А. Д. Такой же бой. Вот такими приемами можно исполнить припев. И теперь давайте попробуем исполнить припев теми боями, которые я сейчас вам показал. Пробуйте их комбинировать, кому как удобней. Плевать, если я заболею, я сам себе поставить банки сумею. И мне никого, блин, не надо, лишь бы ты ходила голая рядом. Мне никогда не будет скучно с тобою, я даже в твою честь монету открою. А пока на тебе будет сниться, я приготовлю для тебя огромную пиццу. В конце, кстати, на аккорде D нужно сделать 3 удара. Пиццу. 2, 3. И пошел второй куплет. Второй куплет у нас, как я уже сказал, строится с аккорда HM. Тональность Си минор. То есть повысили мы тональность от первоначальной на тон. То есть у нас был ля минор. Вот. А стал HM, Си минор. Вот ля, вот Си. Ля, ля диез, Си. Повысили на один тон. Между ля и си у нас еще есть вот этот аккорд, он называется или ля диез, это полутон между ними, или по-другому си бемоль, если считать от си. Ну, не суть. Так, у нас в втором куплете такие аккорды. HM, или можете взять здесь. Дальше аккорд А. Или также тут можете взять аккорд Г и аккорд F диез. И не знаю, каким боем вам посоветовать, можете также продолжать более усложненный вид боя, который я вам показывал, или же, если вам это сложно, вот таким боем играть. Дергаем шестую, третью, вторую, первую. Удар. Снова дергаем шестую, первую, вторую, третью. Дернули. Удар. Дернули. Удар. Дернули. Удар. Защипывайте, то есть шестую, третью, вторую, первую. И удар. А можете взять посложнее. Бой я как раз использовал в видео 25 песен за 8 минут. Давайте его рассмотрим. Тут он уже усложняется. Звучит он так. То есть удар вниз, хлопок, вниз, вверх, вниз, вверх, хлопок, вниз, хлопок, вниз, вверх, вниз, вверх, хлопок, вверх, вниз, вверх, вниз, вот этот мелкий. Желательно играть на трех нижних струнах. Удар делаем по всем. Дальше хлопок. Снова вниз. Вверх, вниз, вверх, хлопок. Потом можете между первым хлопком и ударом вниз ставить еще удар вверх. То есть вниз, вверх, удар, вниз. Вверх, вниз, вверх, удар. Вниз, вверх, удар. Вниз, вверх, вниз, вверх, удар. Вверх, вниз, вверх, удар. Вниз, вверх, удар. Вниз, вверх, вниз, вверх, удар. Вот таким боем можете сыграть второй
Куплет. Нравится мне с тобой на заднем ряду целоваться, и ты не вздумай меняться. Нравится мне, что можем максимум 5 минут ругаться и только 2 обижаться. Нравится мне не замечать расстояние, когда безумно так тянет. Это нравится мне. Нравится мне с тобой на кухне и в ванной, и даже рухнуть с дивана. Но мне... Дальше припев. В припеве у нас такие аккорды второго куплета. Г, F, диез, H и E. Также можете продолжить тем же боем. Или таким. Или же тем боем, который я использовал в первом припеве. Вот таким. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх, вверх-вниз, вверх, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх, вверх-вниз, вверх. Дальше, когда заканчивается припев, я приготовлю для тебя огромную пиццу. И дальше идет такая вставочка. Нравится с тобою из дома сутки не выходи. Я хочу тебя любую, тебя всю ночь буду говорить. А то нравится, пусть останется за последними. То есть тут у нас начинается перебор с аккорда Г. И он такой, дергаем бас, третью, вторую, первую, вторую, третью. Бас, третью, вторую, первую, вторую, третью. То есть небольшую остановку делаем на первой струне. Там-парам. Дальше аккорд F диез, шестая. Дальше аккорд Ашем. Тут у нас бас будет на пятой струне. Пятая, третья, вторая, первая, вторая, третья. Пятая, вторая, третья, первая, вторая, третья. Дальше аккорд Е, бас, снова шестая струна. Шестая, третья, вторая, первая, вторая, третья. 2 строчки нам нужно сыграть этим перебором. Нравится с тобою, из дома сутки не выходи. Я хочу тебя любую, тебя всю ночь буду говорить. Дальше у нас перебор кончается и начинаются удары. Это нравится, пусть останется с обострениями. Тут у нас в начале этой строчки идут удары вниз. Это нравится, пусть останется с обострениями. Сначала делаем удары. Это нравится, пусть останется с обострениями. И снова тот бой. Каждый новый день пусть запарится впечатлениями. Надеюсь, понятно. Еще раз повторяю. Делаем удары. Вниз, удар вниз. Это нравится, пусть останется. Вот так. В тот раз я, похоже, пропустил один удар. Раз, два, три. То есть на Г и F диез у нас приходится по 3 удара. Раз, два, три. Раз, два, три. Дальше бой снова возвращается в прежний вид. Или же этот бой. Снова потом. Каждый новый день пусть запарится впечатлениями. 3 удара и бой. Фух, надеюсь, понятно. После этого снова возвращается припев наш. Плевать, если я заболею, я сам себе поставить бабки сумею.
И мне никого ты не надо, лишь бы ты ходила голая рядом. Надеюсь, вы все уяснили. У нас в песне две тональности. Сначала идет первый припев и куплет в тональности АМ. А потом со второго куплета у нас тональность становится АШМ. Быстренько повторим порядок. Какие аккорды у нас? Первый куплет. Аккорды АМ, Г, Ф, Е. Первый припев. Аккорды Ф, Е, АМ и Д. Дальше идет второй куплет. Аккорды АШМ. Или здесь. Аккорд А. Аккорд Г. Аккорд F диез. Дальше второй припев. Аккорды Г, F диез, HM и E. Вот такие у нас аккорды. Ребята, спасибо большое за просмотр этого видео. Очень надеюсь, что смог объяснить вам, как играть эту песню. Прошу вас поддержать меня лайками и подписаться на мой канал, чтобы получать новые разборы, различные кавера на песенки, сюжеты из моего творчества и многое другое. До новых разборов!